Привет. Как тебя зовут? Присцилла Балия. Нравится ли тебе Элвис Пресли? Конечно. Кому нет? Что сейчас слушают детишки? Бобби, Дарин, Фабиан. И тебя. Какова ваша цель, мистер Пресли? На вас. И так бросаются все женщины. Почему моя дочь? Потому что, сэр, я очень люблю вашу дочь. Она намного умнее, чем выглядит. 21. 22. Что? Это 22. Вам не нужно о ней беспокоиться. Черные волосы и ярче глаза. Не знаю, нравится ли мне это. Что значит, ты не знаешь, нравится ли тебе это? Он не такой, как вы думаете. Сам знаешь, что о тебе полно слухов. Ты от меня что-то скрываешь. Я от тебя ни черта не скрываю. Мне нужна женщина, которая понимает, что такое случается. Ты либо остаешься, либо нет. Я хочу свою собственную жизнь.